посмотреть, как несут службу наши пограничники с начальником службы приехали. И заодно посмотреть, как укреплены наши границы, границы с Российской Федерацией. Это просто своего рода мы часть территории Российской Федерации, Чеченской Республики. Мы должны смотреть, наблюдать и полностью знать, где кто чем занимается. Мы действительно горды за наших подрывников, потому что все посты выставлены всегда ночью и днем. Мы уже вторые сутки здесь несут службу руководитель генерального. Так скажем, мы должны охранять свою землю, чтобы врагам не проходило в голову, что можно где-то что-то пройти. Мы сегодня можем спокойно спать и спокойно и с гордостью говорить, что наши пограничники охраняют наши границы.